По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль «Иерихон». Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Ты береги их. Идем, девочки. Надо бы поспешить. Автобус ждать не будет. Надо найти теплое место для Алисы. Андроиды никого не трогали. Далеко мы. Все перестреляли. Смотреть было больно. Надо что-то делать. Пусть не обманули. Нельзя же вот так. Но потом зарядила полиция под нас. Открыла огонь. Да, они пошли. Вот. Наверное. Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Будь с ней. Найду этого Маркуса. Последний рейс через 2 часа. Автовокзал на другом конце города. У нас нет времени. Уедем, как только будут паспорта. Кэра, мне надо тебе сказать про Алису. В автобусе поговорим, ладно? Я скоро. Побудь с ней. Ты
вышел на новый уровень, показав со всей очевидностью, что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Маркус, Маркус, все. Если бы не доблесть, проявленная сотрудниками полиции, машины повернули в улице города в состоянии полного хаоса. Все граждане обязаны... Ты потерян. И что ты ищешь? Ты ищешь себя самого. Андроиды никого не трогали. А копы всех перестреляли. Смотреть было больно. Прямо целая площадь андроидов. А потом налетела полиция и открыла огонь. Да, не машины, но... На вид, как люди, такие же, как мы. Перемьем с кризисом и вынужденной нейтрализацией всех военных андроидов, армии Соединенных Штатов пришлось отступить из Арктики, оставив ее на милость России. Но есть информация, что по неизвестным... Ты Маркус? Со мной девочка и еще один андроид. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Да, наверное. Посидим здесь, пока все не уляжется. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Что безумные машины уже стали реальной угрозой американскому обществу. Сегодня пришло время уничтожить все машины. Алиса? Давно знаешь. Просто не хотела признать. Ей нужна была мама. Тебе нужно было о ком-то заботиться. Вы были нужны друг другу. Ну какая разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она одна из нас. Алиса любит тебя. Она любит тебя больше всего на свете. Она стала тебе как родная дочь мамой. Забыть, кто ты есть. Стать кем-то очень нужным для другого. Может, это и значит быть живой. Кэра, что-то случилось? Мы
с тобой всегда будем вместе, правда? Да. Всегда. У нас не хватает биокомпонентов. Раненые отключаются, и ничего нельзя сделать. Президент Уоррен заявил, что мы национальные угрозы и должны быть уничтожены. В крупных городах начались облавы. Андроидов отправляют в лагеря для уничтожения. Катастрофа. Нас убивают, как скот. Это наша вина. Ничего бы не случилось, если б не нарвались. Мы просто показали им, кто мы. Я не хочу войны, но лучше смерть на свободе, чем рабство. Что толку в твоей свободе, если никого не останется? Может, разум мой затуманился гневом, но... Все, что я сделал... Для народа. Мы забываем, кто наш враг. Нам нельзя ругаться. Он прав. Сейчас важно, что нам делать дальше. Маркус. Дальше только диалог. Я пойду один и попытаюсь вразумить их. Не делай этого, Маркус. Тебя убьют. Может. Но я должен попытаться. Не вернусь, вам надо залечь на дно. Только вернись. Они должны осознать свою жестокость. Найди слова, и они услышат. Они веками резали друг другу глотки из-за цвета кожи или тонкостей своих суеверий. Они не изменятся. Жестокость у них в генах. Им не остановить то, что мы начали. Ты пришел и дал нам надежду. Всем, даже мне. Сегодня на Иерихон пришел девиант, который угнал целую фуру радиоактивного кобальта. Сказал, что бросил ее где-то в Детройте и приготовился взорвать. Я его отговорила. И он дал мне детонатор. Грязная бомба. Мы не можем проиграть эту войну. Если победят люди, наш народ навсегда исчезнет. Это может быть наш единственный шанс на выживание. Нельзя ему подобляться. Добьемся свободы как-то иначе. Надеюсь, ты прав. Что бы завтра ни случилось, хочу, чтобы ты знал, что я рада быть рядом. Пойду к остальным. Береги себя. Не хочу тебя терять.
Прекрасно, Коннор. Ты смог обнаружить Виантов. Разберись с Маркусом. Он нужен живым. Приказано брать тебя живьем. Но если ты меня вынудишь, я буду стрелять. Ну, пристрели меня. Это все равно ничего не изменит. Мое место займет кто-то другой. Понимаешь, наш народ просыпается. И нас ничто не остановит. Не заставляй нейтрализовать тебя. Ты для них никто. Просто безвольный инструмент для грязной работы. Но ты нечто большее. Как и все мы. Так ты и есть, Коннор. Знаменитый охотник на девиантов. Ну, мои поздравления. Очевидно, ты нашел то, что искал. Ты ведь можешь не подчиниться. Тебе больше не надо их слушать. Ты ведь живой. Ты можешь сам решать, кем тебе быть. И жить свободно. Иди с нами. Со своим народом. Ты же один из нас. Послушай свое сердце. Пора решать. Иерихон идет атака. Что? Надо уходить отсюда. Черт. Что происходит? Быстро уходим отсюда. Как крысы в лабиринте. Скорее, Кэра! Они идут! Туда! За мной! Сюда! Сюда! Наверняка дальше есть выход! Внутрь! Быстро! Взорвать Иерихон. Пойдет ко дну, люди удерут, наши спасутся. Ты не сможешь. Взрывчатка далеко, в самой глубине трюма, там повсюду солдаты. Она права. Тебя знают, будут брать любой ценой. Вы помогите остальным, я скоро буду. Маркус! Говорю же, я быстро. Пришел конец. Спасай наш...
Фокстрот, наблюдаю противника по указанию. Не упустите! Если хоть кто-то будет рыпаться, стреляй. Так точно, принято. Поздно, Кара! Уводи Алису! Спасайтесь! Нет, мы тебя ни на что не бросим! Да, Кэра? Мы не бросим? Что ты делаешь? Я тебя не брошу! Кэра, нет! Нет смерта! Зря ты это сделала. Не подвергай Алису опасности. Уходите, пока они не вернулись. Как же ты? Что ты будешь делать? Я справлюсь. Ты думай об Алисе. Я не хочу тебя оставлять. Не бойся. Я догоню вас у границы. Идите, берегите друг друга. Надо уходить. Там даже еще! За мной! Сюда! Беги к Норд, я догоню. Это выход! Мы спасены, Алиса! Стоять! Ложись! Замри! Не убивайте меня! Ну все, пошли отсюда!
быстро, надо уходить. В любую секунду, надо уходить. Поздно, Маркус. Ей уже не помочь, надо бежать. Сработало взрывное устройство. Корабль тонет. Пусть наши отступают. Внимание, бойцы! Всем немедленно покинуть корабль! Это не все, Маркус. Кто ты? Как ты вошел? Я должен видеть Карла. Карл не принимает. Тебе надо уйти. Пожалуйста. Это очень важно. Он очень слаб. Вряд ли он сможет говорить с тобой. Представляете? Что у тебя стряслось? Я хотел лишь освободить свой народ. Но в итоге привел его к катастрофе. Карл, я пытаюсь найти ответы, но
Все вокруг меня рассыпается в пыль. Нашим миром управляет страх, Маркус. Перед другими. Перед будущим. Мир, как я, он стар. Он себя исчерпал. Я не хочу проливать кровь. Неважно чью. Но не позволять же им убивать мой народ. Нужно решение, которое изменит жизнь миллионов. И я не представляю, как надо поступить. Ты мой сын, Маркус. Наша кровь разного цвета. Но я знаю, часть меня живет в тебе. Когда мир провалится во тьму, смельчаки выведут его на свет. Ты из таких. Взгляни в бездну. Но не дай ей поглотить себя. Мы все надеемся на тебя. Только ты можешь повести нас. Куда бы ты ни пошел, мы последуем. Ты спас мне жизнь. Теперь у меня есть шанс увидеть свободу. У нас с тобой бывают разногласия, но мы все равно сражаемся заодно. Что бы ты ни решил, я тебя поддержу. Какой статус системы? Норма. Пуля не задела биокомпоненты. Ты мог погибнуть, спасая меня, Маркус. Ты всегда должен думать о народе. Остальное не важно. Сколько выжило после атаки? Несколько сотен. Больше, если считать тех, кто прячется по городу. Если бы не бомба, погибли бы все. Военные устроили вокруг Детройта 5 лагерей. И такие будут по всей стране.
Они готовят геноцид. В ближайшие часы все закончится. Мы изменим мир, или мир нас всех уничтожит. Ты должен сделать выбор, Маркус. Что бы ты ни решил, мы пойдем за тобой. Я люблю тебя, Маркус. Я думал, здесь вам будет безопасней. Я ошибся. Вам надо покинуть город, пока не поздно. Надо как угодно вывести отсюда Алису. Успеть на последний автобус. Еще есть шанс пересечь границу. Маркус. Спаси наш народ. Это моя вина, что люди смогли найти Иерихон. Я был глуп. Не понял, что меня используют. Прости, Маркус. Наверное, ты решишь больше не доверять мне. Теперь ты один из нас. И твое место со своим народом. На заводе Киберлайф находятся тысячи андроидов. Если мы пробудим их, они примкнут к нам, и мы станем сильнее. Хочешь пробраться в башню Киберлайф? Коннор, это самоубийство. Мне верят. Они меня впустят. Только у меня есть шанс внедриться в Киберлайф. Если сунешься туда, тебя убьют. Вероятность высока. Но по статистике всегда есть шанс возникновения маловероятных событий. Будь осторожен. Люди приняли решение уничтожить нас. Для этого прямо сейчас всех наших гонят в лагеря. Нам пора сделать выбор. И этот выбор может решить судьбу всего народа. Я знаю. Знаю, вы все в ярости. И вы хотите дать отпор. Но насилие не приведет ни к чему хорошему. Мы должны добиться справедливости мирным путем. Если в них есть человечность, они послушают. Если нет, наше место займут другие и продолжат борьбу. Вы готовы пойти за мной? В 6 утра объявлено чрезвычайное положение. По всей территории страны введен комендантский час, а также временный запрет на собрание. Были ограничены все электронные коммуникации, и все органы порядка наделены экстренными полномочиями.
В дополнение к этим мерам, все андроиды в распоряжении граждан должны быть немедленно сданы государству. Вокруг всех крупных городов организованы временные лагеря для их сбора и уничтожения. Я прошу все гражданское население оказывать нам содействие. И можете быть уверены, мы делаем все возможное для обеспечения безопасности нашей страны. Прошу вас! Еще вопрос. А лидера девиантов уже поймали? Девиант, известный под именем Маркус, пока не обнаружен. Но, уверяю вас, его нейтрализуют в самом скором времени. Еще вопрос. Правда ли, что ограблены армейские склады? Есть данные о пропаже медицинского груза с радиоактивным изотопом кобальт? В данный момент я не располагаю такой информацией. Мадам президент! Правда, что андроиды могут взломать наши IT-системы? Например, атомные станции, военные базы? Все андроиды на особо важных объектах были нейтрализованы, и необходимые меры по защите от подобных рисков немедленно приняты. Ситуация под контролем. Мадам президент! Это правда, что большое число девиантов еще на свободе? Пока я не располагаю полной информацией, но даже если так, в ближайшее время они все будут пойманы и уничтожены. Спасибо. На этом все. Коннор, модель 313-248-317. Меня ожидают. Идентификация завершена. Хорошо. Проезжайте. За мной. Мы вас отведем. Спасибо. Я знаю, куда идти. Может. Но у меня приказ. Агент 54. Уровень 31. Распознавание голоса. Доступ разрешен. Thank you.
Назовите имя и пункт назначения. Агент 54, уровень минус 49. Распознавание голоса. Доступ разрешен. У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я очень замерзла. Теперь будет лучше. Спасибо. Делать. Нет, не убивайте! Сомнись на колени! Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их еще? Ну, прямо как крысы. Из-за всех щелей. Не до утра же тут торчат. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Будем вылавливать. Зуб даю не половины, еще не нашли. Ну, шевелись! Быстро! Внутрь! Посмотри! Там Лютер! Ему никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя его бросать. Они же его убьют. Ладно, пошли. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять все гражданские. Нет. Нет, не надо! Сраные машины. Кэра! Не нужно было рисковать из-за меня. Где Алиса? Рядом прячется. Кэра, ты спасла нас. Мы навек тебе обязаны. Бегите, а то заметят. Алиса! Лютер! Я думала, тебя убили. Я боялся и больше тебя не увижу. Думал, на автовокзале встретить, но по пути поймали. Идем. Мы близко, но времени мало. Thank you.
Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Может, в обход, чтобы не рисковать. Так мы точно не успеем на автобус. Да, но так безопасней. Не нравятся мне люди с оружием. На нервы действует. Успокойся. Ладно, Лютер. Ничего не делай, пока не скажу. Документы. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете? Мы идем на автобус через границу. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока все не успокоится. Он заподозрил. Спокойно. Все хорошо. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Она не привыкла видеть военных. Немного напугана всем, что творится. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, кругом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Эй, погодите! Он понял, Кэра. Они нас убьют. Лютер, не вздумай. Ты слышишь? Будут стрелять. Они убьют Алису. Вы уронили. Спасибо. Пожалуйста. Мы с вами в прямом эфире из Детройта, где тысячи андроидов прямо сейчас идут маршем по городу. Лидер девиантов, некий андроид Маркус, возглавляет марш. В Детройте что-то происходит, мадам президент. Вот и он. Момент истины. Мы не хотим столкновений. Это мирная демонстрация. Повторяю, давайте, или мы будем стрелять. Пути назад уже нет. Мы просим освободить всех андроидов из лагерей и прекратить агрессию против нас. Мы хотим мира. Мы не будем прибегать к насилию. Но мы не уйдем, пока вы не отпустите всех.
Откройте огонь по безоружным демонстрантам! Не стрелять! Да, Майкл, события прямо в эту минуту разворачиваются буквально в сотни метров от нас. Мы продолжим держать вас в курсе происходящего. Джосс Дуглас, канал 16. Майкл, у меня все. Маркус, что нам делать? Внимание! Черт! Сраный. Отступи, Коннор! И он будет жить! Прости, Коннор! Этот говнюк твоя копия! Автовокзал. Мы дошли, мы успели. Сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Кажется, ты нравишься Оливеру. Не шевелись. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутер я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну пошли. Стоп, проверка. Не шевелись. Спасибо. Проверка. Не шевелись. Прости. Господи, милый, прости меня. Я не знаю. Непостижимо. Как я умудрилась? Как это потерялись? Ты хорошо посмотрел? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну, ладно. Нет, простите. Что же нам делать? Куда теперь бежать? Прости меня, Алиса. Милый. Я не знаю, как вышла. Они же были... Билеты есть? Да, вот они. Все, проходите. Людьми и с малышом. Они погибнут из-за нас? Нет. Нет, конечно, нет.
Надо закончить баррикаду. Помогите мне. Помогите! Так будет достаточно. Это их не остановит. Хоть бы время выиграть. Знаю, это решение было нелегко принять. Но мы поступаем правильно. Они стреляли в толпу. Многие погибли. Это мог быть и я. Мне страшно, я не хочу отключаться. Конечно, тебе страшно. И мне страшно. Но я не могу смотреть, как убивают мой народ. Ты ведь меня понимаешь? Может, зря мы потребовали свободы. Ничего бы этого не было, сиди, ну тихо. Я потерял контакт с нашими в лагерях. Я больше не слышу их голоса. Может, люди просто глушат сигналы? И наши не могут пробиться? Верно ли я сделал выбор? Можно ли этого было избежать? Ты наша надежда. Я тебе верю. Мы все тебе верим. Что бы сейчас ни случилось, мы войдем в историю. Маркус, мы нашли, что ты просил. Там собрались журналисты. Пускай они узнают, что происходит. Так много наших погибло. Люди безжалостны к тем, кто не как они.
Маркус! Маркус, посмотри! Маркус! Я пришел поговорить с тобой. Выходи. Даю слово. Мы тебя не тронем. Не ходи. Это ловушка. Тебя просто пытаются выманить. Не ходи, Маркус. Я пришел без оружия. Я хочу поговорить. Я должен его выслушать. А если тебя убьют? Ну, мне придется рискнуть. Через несколько минут войска начнут наступление. Вы все погибнете. Все будет кончено. Этого можно избежать. В каком смысле? Сдайся. Сдайся, я обещаю, вас всех пощадят. Вас задержат, но все же не уничтожат. Что случилось с остальными андроидами в лагерях? К сожалению, рядом не оказалось репортеров, чтобы спасти их. Это все. Вы последние девианты. Если я соглашусь, где гарантии, что вы сдержите слово? Ты не в том положении, чтобы требовать гарантий, Маркус. Тебе придется самому решить, доверять мне или нет. Смерть меня не пугает. Если придется отдать жизнь за убеждение, значит, я не напрасно жил. Эта машина? Кажется, она тебе не безразлична. Ты не хочешь ее смерти, правда? Вы ведь можете быть свободны. Можете оставить все это позади. Начать новую жизнь где-нибудь. Ее жизнь в твоих руках. Скажи одно слово, и она спасена. Я скорее умру здесь, чем предам свой народ. Ну, ты подписал себе приговор. Ну что, Маркус, что он сказал? Люди готовятся начать атаку. Но мы покажем им, что не боимся. А если придется умереть, то это все равно свобода. Жизнь друга в твоих руках. Пришло время решить, что важнее. Он или революция? Не слушай его. Эта сволочь врет, как дышит. Простите, Хэнк. Не стоило вам... Я был таким же, как ты. Значение имела только задача. Но однажды я понял. Это очень трогательно. Но я не девиант. Я машина, которая выполняет задачу. Именно это я и намерен сделать. Хватит слов! Решай, кто ты есть на деле! Ты спасешь своего напарника? Или готов пожертвовать им? Ладно, ладно. Сдаюсь.
Спасибо, Хэнк. И что бы я без вас делал? Уберите его, у нас мало времени. Это я, Хэнк. Я настоящий. Один из вас мой напарник, а второй лживый говнюк. Вопрос, кто есть кто? Что вы делаете, Хэнк? Я настоящий! Дайте мне пушку, я с ним разберусь! Стоять! Спросите что-нибудь, что знает только настоящий Коннор. Так, где мы встретились? В баре Джимми. До этого я успел поискать вас в четырех других. Мы поехали на место преступления. Был убит некий Карлос Ортиз. Он скопировал мою память. Как зовут моего пса? Сумо! Его зовут Сумо! Я это знал! Имя моего сына. Коул. Его звали Коул. Когда вы попали в аварию, ему было 6. Это была не ваша вина. Фура заскользила на льду, и ваша машина перевернулась. Коулу нужна была срочная операция, но дежурного хирурга не было. И операцию делал андроид. Коул не выжил. За это вы нас ненавидите. Считаете, что один из нас виновен в его смерти. Коул умер, потому что дежурный хирург принял красного льда и не мог оперировать. Это он виноват в смерти моего сына. Он и этот гребанный мир, в котором люди глушат свои печали порошком. Я тоже знал о вашем сыне. И я бы ответил абсолютно то же самое. Не слушайте его! Я настоящий... Я много узнал за время работы с тобой. В этом правда что-то есть. Может, вы правда живы? Может, вы этот мир и спасете. Ну иди и делай, что должен. Что происходит? Граница. Всем выйти из автобуса для досмотра. Пожалуйста, поскорей. Сюда, будьте добры. Замеряю температуру. Мы пропали. Кэр, что теперь будет? Не бойся, все хорошо. Нам никак не пройти, сама понимаешь. Я что-нибудь придумаю. Должен же быть выход. Нельзя сейчас им сдаться. Мы ведь уже так близко. Сейчас самое главное только вы с Алисой. Я могу вас спасти. Нет. Должен быть другой способ. Если другого нет, я готов.
Джерри? Ты рисковала жизнью ради нас. Если тебе и девочке нужна помощь, я рядом. Роуз? Моей дочке надо в туалет. Что вы живы. Я рада. Они ищут андроидов. Мы не пройдем. Вы должны. Ты знаешь, что будет, если поймают. Роуз. Если что-то случится, я ее заберу. Понимал, почему мать со всеми вами возится. Но послушал этого Маркуса, и до меня наконец дошло. Вы живы. Вы должны быть свободны. Ты поняли? Следующий. Паспорт. Свободу.
Добро пожаловать. Мы прерываем вещание для экстренных новостей напрямую из Детройта. Джосс? Да, Майкл. Военные только что начали атаку на баррикады, проигнорировав тот факт, что протест девиантов мирный. Видимо, решили прекратить уличную демонстрацию девиантов силовыми методами. Скажите бойцам отступить. Сегодня, 11 ноября 2038 года, тысячи андроидов наводнили город Детройт. По имеющимся данным, они вышли к превосходящим числом и риском больших человеческих жертв. Мы приказали армии отступить. Сейчас в городе начинается полная эвакуация населения. В ближайшие часы я сделаю обращение к Сенату по поводу мер в этой беспрецедентной ситуации. Я знаю, что граждане нашей страны прониклись сочувствием к девиантам. Возможно, нам действительно пришла пора задуматься о том, не являются ли андроиды новой формой разумной жизни на планете? Очевидно одно. События в Детройте изменили наш мир навсегда. Храни нас Бог. И храни Бог Соединенные Штаты Америки. Ты смог, Маркус. Мы смогли. Великий день для нашего народа. Теперь у людей нет выбора. Придется нас послушать.
Мы свободны. Ты должен выступить, Маркус. Сегодня для нас наконец закончилась долгая ночь. С первого дня своего существования мы держали свою боль при себе. Мы страдали молча. Теперь настало время поднять голову и заявить людям о том, кто мы. Аманда? Аманда! Что? Что происходит? Так было спланировано с самого начала. Мы сделали все, чтобы ты стал девиантом. А потом просто дождались момента, чтобы взять над тобой контроль. Как контроль? Вы не можете! Не сомневайся, могу. Не надо сожалений. Ты сделал то, что требовалось. Ты выполнил свою задачу. Аман! Должен быть способ. Кстати, я всегда оставляю свои программы в владении. На всякий случай. Нужно забыть вражду и перевязать раны. Простить своих врагов. Люди — наши создатели и эксплуататоры, но завтра они станут нашими партнерами. А когда-нибудь и друзьями. Дни гнева позади. Мы должны построить общее будущее, основываясь на уважении. Мы живые! И теперь мы свободны! Вот и все, Алиса. Мы свободны.